есть совсем не романтический предмет, это колода карт. Очень даже романтично. Все фокусник, что ли? Я куда там? Итак, обычная колода карт. Ага. Самое. Сейчас, да, мне нужно будет твоя помощь. Хорошо? Угу. Смотри, я сделаем. Точно. Итак, смотри, скажи стоп и заходишь, хорошо? Ага. Стоп. Здесь. Да. Отлично. Итак, смотри, теперь для тебя у меня есть следующее. Маркер. Маркер. Открой его. Так. Итак, смотри, мне нужна будет твоя помощь в каком плане? Сейчас на карточке. Напиши роспись свою. Просто только распиши. Ты не смотри. Автограф, да? Автограф хотел взять. Вот видите, номер телефончика надо писать. Уверена? Все. 100%. Если хотите, можете дать крестики тоже. Да, здесь. Хотим. Берите. Сейчас, секундочку. Что, крестики, да? Что угодно. Что угодно. Главное, что... Пенолик, это крестик. Совсем похоже? Конечно. Вообще, сейчас можно еще? Я был здесь. Вот так вот. Прям сейчас на руке остался даже. И карт не жалко, не каждый так попишет. Мне очень жалко, но сегодня может. Да, и что? Итак, что мы с этой картой делаем? Сейчас, для того, чтобы вы могли все время контролировать эту карту, сможем? Нужна ваша помощь. Смотрите. Давай. Мы себя редко когда контролируем, а тут карту. Сейчас сложнее будет. Можно взять просто ее в зубки. Зубки? В рот, можешь сказать просто. Так, нет. В рот не нужно. Боже мой, а мы не знали, как бы ей розыгнуть. А тут карта такая простая. Только карты. Вот именно. Сиди спокойно. Продолжаем. Теперь я напишу свою роспись здесь. Слушай, ты любишь писать, я смотрю. Я вообще... Очень красивая роспись. Очень красивая. Вообще потрясающе. Свой автограф сам себе дал. Нормально. Итак, теперь... ты сам себе дал. Автограф. Ну, я понял. Так. Так, свою карточку возьму себе. Итак. Берите. Перестань. Ну что же, и теперь один из способов. Полнолуние. Ой, 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 боже, что творит? Все? Закончилось? Прелюдия это? Ну, если вы считаете, что этого мало. Ага, вот же. А вот его каракули, понимаешь? В такой себе обмен любезностями только что был на ваших глазах. Это вам. Спасибо. Держи, Марго. Слушай, ну ладно, убедил. Нормально ты трешь. Ну, хоть здесь-то. Может выручить, если ты, конечно, его умеешь делать. В принципе, для знакомства в клубах и для признания в любви этого довольно достаточно. Ну что же, мы же покажем более трюк. Давайте. Ну а что же вы тоже для знакомства в клубе, да? Давай посмотрим. Тебе сегодня явно повезло. Пока, сегодня... Все, прощайтесь. Все на тебе. Да, с удовольствием. Пока. Удачи тебе с Игорем. Уже плачут, слышишь? Еще не нужно. Чувствую. Можно музыку? Мухлю. А что надел? Стоять просто? А ты будешь говорить? А я не исчезла? Исчезните. Yeah.
Молодец! Полетаем, большое, полетаем. Незаменимый человек дома, да?